Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Охота на воров. Большой Ник, начальник элитного подразделения полиции Лос-Анджелеса, ежедневно доказывает, что его команда более крутая, чем те, на кого они охотятся. Когда коп узнает, что легендарный неуловимый вор планирует дерзкое ограбление Федерального резервного банка США, то он решает помешать этому любым способом, и играть по правилам он не привык. Вдовы. История о женах грабителей, погибших при неудачном налете. Новоиспеченные вдовы берутся сами закончить начатое, разобраться с полицией и конкурентами, а главное – выяснить, кто же подставил их мужей. Малыш на драйве. Молодой парень по прозвищу Малыш обожает стильную музыку, быструю езду и адреналин в крови. Вся его жизнь – это сплошные погони и перестрелки, ведь он работает водителем, который помогает бандитам скрыться с места преступления. Трансформеры. Последний рыцарь. После битвы в Гонконге Оптимус Прайм сталкивается с новой угрозой, с которой он не может бороться в одиночку. Таким образом, он должен искать новых союзников, чтобы спасти Землю и Вселенную. Последнее ограбление 2016 года. Группа неплохо подготовленных и вооруженных бандитов совершает дерзкий налет на небольшое финансовое учреждение, в котором хранятся деньги очень опасных людей. Три девятки 2016 года. Группа коррумпированных копов задумывает крупное ограбление. Они понимают, ради алиби им будет нужно убрать кого-то из своих.
Любой ценой. Два брата-лузера решают наведаться в хранилище пары-тройки банков, которые много лет безбожно обкрадывают своих должников. Расследование дерзких ограблений с грубым почерком увенчает карьеру шерифа Маркуса. Но куда выведет это нехитрое дело? Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!